Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Горячий Цех, меня зовут Мясник. Ну что же, продолжение Warhammer, Chaos Gate, Demon Hunters. И давайте начнем с того. Так, там у нас люди просился Явик. Он просился хотя бы фамилию на букву А. Слушай, братан, извини, но здесь даже фамилии на букву А нету. Вот реально, вот видишь, то есть сразу с В начинается. Вот, поэтому я даже не знаю. Агор у тебя там, давай тогда я Викторум просто будет. Я сделал. И еще Матвей у нас просил персонажа. Ну вот как раз вот следует, вот сейчас у нас будет миссия по, получается, вот там перехватчик третьего ранга. Вот как раз мы этого перехватчика и Матвея мы сделаем. Вот, ну потом я не помню до конца. Итак, и вот на этой миссии. Помощью гранат я, к сожалению, убью одного из своих рыцарей, так сказать. Так, Брюс и Влад. Нет, так, пойдет Брюс. Вот. Так, гранаты. Вот, берем этого Юстикара. Вот я возьму его молот. Как раз. И так, гранату. Да, тип брони. Ну вот как раз он гранаты-то и убьет всех. А Апотекария не беру, вот в таком ключе идем. Стратагема у нас есть одна. Этого хватит. Четырех врагов с помощью гранат. Ну, сейчас это достаточно легко сделать. У него вот как раз и граната есть, и это есть. Эх, жалко. Ну ладно, погнали. Status. Ultramarines currently engaged with a force of word bearers below. Have they detected us? Negative. Do you take me for some half-augmented engine seer? The Inquisitor meant no insult, Dominus. We will locate and destroy the seeds and leave the rest otherwise. Так, вот, тут у нас поле боя. Якобы тут где-то ультрамарины сражаются с несущими слова, а мы это будем сейчас вот тут шкериться, убивать вот этих вот чуваков. Ну, отлично. Так. Yes, commander. Your command. Ну, погнали, чё. Taking position. Advancing. Yes. Moving out. Это у нас чувак с пушкой и наш терминатор. Блин, вот я на самом деле хочу пожаловаться на эту систему, она очень тупорыло сделана. Вот, чтобы перераспределять очки, уж лучше я находил бы там какие-нибудь специальные бы реликвии. Либо вот как Gears Tactics, там после какой-то сюжетной миссии мне там
была бы возможность там, или за те же вот очки реликвии там сбросить, можно было себе рыцаря, ну убивать-то его зачем? То есть, как бы, ну я говорю, игрой это подразумевается таким образом, то что, мол, вы в бою серых рыцарей будете терять. В принципе, это более чем возможно, потому что здесь автоматическая система попаданий по врагу, ну и враг тоже самое автоматически попадает по вам. Но, а если я настолько хитрожопый, что вообще не подставляюсь? Ну вот реально, вот просто не подставляюсь, у меня серые рыцари вообще не умирают. Как-то, и чё тогда? Нет, вот. Так. Ну-ка. Носитель семени. Вот, кстати, как раз одна брошенная граната туда. Ну-ка, ты можешь мне вот этих вот кацануть? Да похер на это семя. Вали его. Вали их, точнее. Так. Moving out. Yes, commander. It will be done. Конец хода. Так, давай. Все, задачу мы выполнили, можно, собственно говоря, это... Готово. Пошли дальше. Вон там еще один патруль есть как раз. Терминаторы здесь, конечно, крутые, прям, ребят. На самом деле, любой серый рыцарь может носить терминаторскую броню. Ну, по бэку. Он реально любой. То есть это не как у обычных космодесантников, чтобы носить терминаторскую броню, нужно особой почте заслужить. Вот. Здесь не так. У серых не так. Потому что если задача... задача требует носить силовую броню... терминаторскую броню, то без проблем, надевай. Так, кого тут можно пристрелить-то? Это у нас кто? Автоматчик. Вот давай по нему. Как раз далеко находишься. Так, вот ты. Давай, терминатор, иди вперед. Танкуй. Standing ready. Yes.
At your service. Gliding through. Advancing! Да не того, блин. Ага, вон там еще один. О, их-то, блин, не так-то просто и убить, серых рыцарей-то. Вон, даже когда я хочу их убить, блин, это не получается. Ну, говорю, культ этот... Сейчас, умертвим. А вон, там еще один патруль есть. What is your will? As you command. Empty. Firing on target. Убиваем. Glory to Cyprus. Чувак, кулаком бить космодесантника. Не, он... молодец, конечно. Он хоть отмороженный, но тем не менее. Вот, даже что-то дали ему там. Сопротивление. Ну, тебе это не поможет. И добей его. Так, вон там еще один. А вот тут вражеский патруль. Ну вот давай мы с патрулем сейчас разберемся. Taking position. Your orders. Moving out. I am here to serve as ordered. What is your will? At once. Так. Rally, fools. Your fate shall be tested. Ой, как хорошо они там сели. Смотри, вы только посмотрите на это. Your service. As ordered. Ah! The enemy is wounded. Foe wounded. Standing ready. Ох, мне аж прям сердце крови обливается.
Шо ж ты, гад? Как вот такую дорогую юнит-то поганишь? Ну, это пипец на самом деле, вот. Даже он не ходил, ничего себе. Ну тут надо, на самом деле, просто более мощный юнит. Чтобы убить вот серого рыцаря, это прям надо очень сильно его подставить. Блять. Ну я не, ну блин, ну не могу я так играть, чтобы прям сознательно убивать своих людей. Я так уже привык играть от XCOM, что... Чтобы, если у меня какая-то потеря, это же... Это просто пипец, блин. Это у меня сердце кровью так обливается каждый раз, когда у меня хоть одна потеря идет. А тут надо создать-то убить своего бойца. Ну это, блин, ну... Ну почему, блядь, здесь именно так вот сделано? Powers protect us. Prepare to engage. Yes, sir. Tor. Your command? At your command. Your orders? At your service. Standing ready. На вот вам гранату. Praise the Emperor. Yes, Commander. I am here to serve. Moving out. No demon shall avoid its fate. Так, и текать. О, там еще один, блин. И блин, я подставил, наоборот, перехватчика подставил. Блин, он все стреляет по кому угодно, только не по чуваку с полка. Но надо было его просто ставить на ровное место, на самом деле. Да, походу перехватчиков легче всего убивать, блин. Пипец. Бля, сейчас такими темпами его ёбнут, не того, кого надо. Блять, это вот. Ой. Пиздец, вот просто вот. Так, ну, у него на самом деле две стойкости, поэтому он не умрет. Он просто будет тяжело ранен. А нужно было вот этого вот парня замочить.
Standing ready. Alva. Affirmative. We slay the darkness. At your command. Feel the fight of my soul. Так, ладно, сейчас организуем. Так сказать. Я по нему не попаду, да? Так, и где? И где подкрепление? Oh, destroyed, Commander! I sense the enemy converging. Обездвиживание. Диак. To serve. Yes. Так. Вот вообще получилось не то, что я хотел. Вот от слова совсем, блин. Вот перехватчика ранили, но ладно, он не умрет. На самом деле. Просто сейчас не смогу его использовать. Вот этого надо было, блин, убить. Ну, сейчас его ёбнут здесь. Здесь врагов много, сейчас они все по нему начнут стрелять. Походу, всё-таки надо перехватчиков отправлять на убой, они, скажем так, самые легко уязвимые. Trained and ready. Yep.
Ну да, ну вот подходите теперь. Там не все сейчас подойдут. Так, ну ладно, все-таки в принципе получилось то, что получилось. Вот. О, ну ладно, хоть так. И вот у нас чувак, вот он в стазис-камере. Так, награду получили. Так, что берем? Болтер. О, плюс крит удару. И плюс крит урону. Берем. И вот берем нового перехватчика как раз. Тут что? Концентрация, психокапюшон. Берем нового перехватчика. Да. Вот у нас, видишь, минус одна стойкость. То есть, если он еще раз одну стойкость потеряет, то все, он помрет. Ну и вот как это выглядит теперь. Критическая рана, легкая рана, легкая рана. Так, вот наш новый перехватчик. Да, это же он. Да. Вот яркий пример, смотрите, видите, у него прокачана вот эта вот тема. Ну она ему нахер вообще не нужна. То, что вот это прокачано, то есть, хотя вот это тоже, пси-болты тоже особо не нужны ему. Вот ему нужно вот, вот это было бы качать. Ну и вот, то есть, видите, вот можно побеседовать. Побеседовать с Пашем, спросить брата совета. То есть, изучите боевой опыт павшего брата, чтобы разработать новые тактики и получить бонусные очки. Или... перераспределить очки навыков. Хотя по большей части его проще уволить. Его проще уволить этого будет. Чтобы вернуть обратно реликвию. Ну или опять же этот, послать его на убой. Вот, сюда мы не успеем. Сюда мы не успеем. Но зато начинаем строить варп-привод новый. Поэтому... давайте лети в какую-нибудь другую систему. Так, вот и вот когда критическая рана, он недоступен. Вот еще будет недоступен какое-то время. Так, новые миссии. О, отлично, одна прям совсем рядом. Реквизиция. Так, меч, сервочереп. Победите в бою только с тремя рыцарями. Это легко. А что надо делать? Уничтожьте всех носителей семян. Малая. Юстикар третьего ранга. Так, а тут что у нас? Гримуар. С помощью оружия ближнего боя. Так, а здесь что? Сервиторы. Победите только тремя... найдите и уничтожьте отродье цветения. То есть всего здесь 4 и здесь 4. Но там нужно... там сервиторы, кстати, дают. Сервиторы, то есть здесь там сколько? 15. У меня 5 в наличии. То есть следующее, а мне нужно 30. Будет 20, получается.
Мощность реактора потом 3 надо будет делать. Нужно реквизицию брать. Так, ранг искоренитель 2. Сколько? 15 дней дается. А здесь 12. Ну давай вот сюда попробуем, а потом туда полетим. Я думаю, мы должны успеть. Так, с помощью оружия ближнего боя 8 врагов отродит цветение. Одно, причем. Так. Да, берем нашего юстикара, берем еще одного, вот, берем апотекария и берем искоренителя. Оружие ближнего боя. А кто будет в ближнем бою у нас бегать? Че, апотекарий с юстикаром будут всех рубить в ближнем бою? Ну и там, если там будут культисты в основном, то да, можно, почему бы и нет. Погнали. Corruption site detected. The Bloom Spawn have infested this bastion of the Adeptus Ministerium. Vile blasphemy. The Plague Lord continues to taunt us with his detestable works. We must end it here. О, здесь уже сложность средняя. Так, где он находится? Ага, ну эту карту я знаю. Вот тут он посередине здесь находится, грубо говоря. Your command? Ну, погнали. Что могу сказать? It will be done. Taking position. Foes are near. Be wary, my brothers. What is your will? It will be done. What is your will? Taking position. Here. Advancing. Так, давай, юстикар. Здравствуйте. Вот, уже посерьезнее ребята пошли. Уже чисто вот три космодесантника, никаких культистов. Так, юстикар. А нет, это не юстикар, это вот. As you command. Вот вам граната.
Yes, Commander. We strive. Так, я вот тебе на всякий случай отстрелю стрелковое оружие. Потому что у него вот очень мерзкое стрелковое оружие. What is your will? Yes, Commander. Advancing. Firing on target. Affirmative. The enemy is wounded. Yes, Commander. Your orders? You will hear. Так, и отходим. А, у него крит сработал. У него сработал крит. Вот сейчас его в ближнем бою добьем. В ближнем бою. Ammunition depleted. Так, один есть. Enemy down. Moving out. Второй есть. See them fall, brothers. Your command. Unleash me. Standing ready. Plan. Внуляем его, и сейчас апотекарий пойдет в атаку. Надо было перехватчика того брать, ну ладно. И он его не добьет, да? Потому что у него нарциссум долбанный. А, ну тот отбежит, наверное, если отбежит от него, тот его ударит. О! Пробитие брони. Вот чтобы не убежал. Все равно убежал, гад.
Ладно, сейчас Юстикара добьет, а я пока подлечу остальных. Оспенными. Оспенными. Оспенными зомби надо. Правильнее. Оспенными. We slay at your service. Affirmative. Advancing. This battle is ended. Your orders. Так, давай вылечим. Gratitude. Так, еще пятерых надо завалить в ближнем бою. Ну, да, не просто, конечно. Вон там еще один патруль. Standing ready. Здесь еще идут. С этой стороны. Gods, watch over me. They will not see me here. Gods, watch over me. Так, а тот патруль, я так понимаю, куда-то ушел. Ну окей, будем разбираться с этими. Вон где они там сидят. Вон они где все сидят. Слушайте, ну далеко достаточно. Пусть они подходят тогда сами ко мне. Сейчас мы наших бойцов ближнего боя подведем чуть поближе. Да, я вот тебя лучше сюда засуну. Вон пулеметчик там. Ага, вон они идут. Здесь уже такие там мутировавшие культисты. Overwatch. Это прям, ну хорошо, что вы так вылезли. Сейчас я вас расстреляю половину. Yes, commander. А, тут глухая, тут типа глухая стенка вот по отношению вот к этим. Как-то очень странно выглядит эта глухая стенка. Alba. Yes, sir.
Standing ready. Valda! Ты... Вот этот... Ага, туда смотрит. На вот вам гранату. I am here to serve. Opening fire. Run! For the Emperor! Yes, sir. Opening fire. Blessed ammunition depleted. Так. И вот на следующий ход его, кстати, можно добить в ближнем бою, именно казнив. Вот, и получить одну очку действия. Давайте, подходите, подходите поближе. Так, вот это, вот вы там такие, конечно, красивые встали, прям на овер, на верах спутывание. Угу. Ну, значит, там потекари просто будет добивать в ближнем бою. What is your will? Одного можно забить, да? I am with you. The foe bleeds. Ой, зато мы разрушили, кстати, вот эту тему. Your command. Кто его контролит? Получается, вот этот вот его контролит. Там еще один есть. Так, у кого там 4 из 6? А у кого там было... Вот у него одно оглушение. Жалею даже вот эту тему у тебя. Empty. Your command. А он увидит. Your command. Так. Yes, commander. Down.
Бежим. Бежал его, главное, смешно. Ignatius, what is your will? Так, значит, получается, у него... Yes, sir. Надо вот этого расстрелять сейчас будет. Так, ну и погнало по тикари. Раз. Готов. Два. Одного. Вот его как раз и добьем. В рукопашку. Yes. Eat this. Ну, не то, а не только его добьем. Еще и этого. Ау! Ну и, конечно, смешно. Unleash me. Так. Так, Юстикар, давай. Один удар нужен по нему. Сейчас организуем. Не проблема. Blessed ammunition depleted. Your command? Taking position. Firing on target. I must sanctify my rounds. Standing ready. Убиваем. Отлично, просто шикарно сработано. Ну и все, идем в главный храм, так сказать. Конечно, против такой толпы хорош огнеметчик, но так, огнеметчика... Класса огнеметчик еще будет у меня не скоро, к сожалению. Так, надо апотекарием вылечить нашего брата, чтобы к финальной битве мы были готовы. Так, откуда мы будем заходить? Получается, можно с этой стороны зайти? Я думаю, да, с одной стороны надо заходить будет. It will be done. Я уже знаю, что нас там ждет впереди. Так, Терминатор, не отставай. Плюс одно подкрепление. Как только мы обнаружим вот эти ростки цветения, нужно будет за один ход его уничтожить. Да. I am with you.
Yes, Commander. Так, вот вражеский патруль. Будем врываться через окно. Yes, sir. What is your will? We strive. Your command. Advancing. At your service. Taking position. Все, ждем следующего хода. Так, давай, кастуем на себя все эгиду. I am here, the Emperor protects. Yes, Commander. Shield activated. What is your will? The Emperor protects. Yes, Commander. Так, и заходим. Yes, sir. The unfaithful are here. Ready yourself. В общем, наша задача уничтожить вот этого колдуна, который стоит посередине между вот этих глаз. Вот это самая основная задача сейчас. Его убить. Arms at the ready. Так, у него там вон много брони, 18 жизней и так далее. Ничего. Taking position. Так, кровотечение. Так, оружейный наговор, так. Давай-ка, Лиздин, оглушение. Астральная цель. The warp resists my will. The foe bleeds. Так, апотекарий не добегает. Подожди. Что-то у тебя там урона сколько у этой штуки? Вооружение 4 урона. А у пушки вроде больше должно быть. 5 урона, да. Здесь вот не показано пока что на данный момент, сколько у него там всего. Давай, варп-заряд на него. Перезарядка. I strike true. Так, использую стратагему. Так, 7 осталось у него. Стратагему. Топ действия. Так, Юстикар, давай. Блин, не достает. Вот, зараза. Так, ой, кританул, хорошо. И получается...
А, добиваем. Все, миссия выполнена. Well done, Commander. I must sanctify my rounds. Так, ну что, ранен кто-нибудь, мои красавцы? Так, посох оберег. Да ну его нахер, мне не нужен болтер. Отлично, повышение. Юстикар уже пятый. Так, ну мы ему качаем теперь вот эту вот тему. Хотя ему, конечно, молота бойца бы прокачать тоже неплохо было бы. Ну, ладно. Рефлекс. А какие у него автонавыки есть на самом деле? А, вот. Так. Активация. Провокация. Да, вот. Провокация — это прям отличная на самом деле тема. Или все-таки пойти сейчас прокачать ему молота бойца хотя бы. То, что он хорошо умеет броню ломать. Нет, давай, пойдем вот. Так, вот. Это у нас искоренитель с псайленсером. Ну, ему качаем вот. Это у нас искоренитель с пси-пушкой. Значит, мы качаем вот это. Пробитие брони. Один. Психический урон. Радиус. О, другое дело. И летим сюда. Успеваем. Сейчас успеет у нас прокачаться. 2 дня ему осталось, чтобы с больнички выйти. Так, победить миссию только 3 рыцарями. Малая. Уничтожь всех носителей семян. Так, а сколько тут еще осталось дней? 3 дня, а здесь ему 2 дня. Стикар, психосиловой меч, псиглушитель. Не, ну я ничего брать не буду. Видеть только 3 рыцарями. Да это не проблема-то на самом деле. Ну что, может там просто всех... Не, мне нужен будет тот, кто будет их резать. То есть взять одного юстикара, вот, прокачанного. Взять этого перехватчика. И взять одного этого искоренителя. Хотя можно и апотекария, например, взять, тупо всех в ближнем бою порезать. Я вот не знаю, что делать мне вот с этим перехватчиком.
Алдар. Потому что по факту, на самом деле, его бы лучше бы отправить на Титан. Вот просто потому, что у него вот этот один навык. Вот этот навык прокачан, вот, ну нахер, ему это нафиг не надо, вот серьезно. Ему надо вот, молотобоец это хорошо, вот, надо в телепорт идти. Я думаю, вы сами видите, какой перехватчик просто имбище с телепортом. Так, ладно, ну-ка, давай-ка я попробую ускорить время. Там 3 дня. Вот, я Викторн, доступно повышение. Мышечная реконструкция, нет эффекта. Вот его сейчас и возьмем. Только 3 рыцарями. Сменить. Явик. Так, навыки. Вот, другое дело. И вон я сейчас варп-заряд еще можно сделать. Например. Потому что вот пси-болты ему нафиг не нужны. Он толком-то и не стреляет ни по кому. Вот. Раз усиление урона. И варп-заряд. Хотя вот варп-заряд я повременил бы. Потому что варп-заряд, он стоит дорого. Хотя на 2 единицы больше. А когда, например, станет... То есть вот эта штука и так стоит 3. Он будет жрать этот... А, ну 4 будет жрать. Ну давай. Так, так, у меня там есть... Кстати, у тебя оружие нарциссум какой стоит? Самый первый? Давай тебе хоть дадим получше, забыл. Вот, у нас есть... О! Потому что апотекарий у нас чаще всего из болтера стреляет. Давай тогда хоть вот отдадим. С один к урону. Если крита... вдруг кританет. Так. Ну вот, все, погнали. Destination located. The Court of the Seven Miseries has been spotted within this war zone. Nurgle's minions clearly seek out places where death and decay are most rampant. More fuel for the fire of the bloom. We must stop the seeds from taking root here. Так, он там один, что ли? А, нет. Их тут двое. Ну погнали. А, и вот нас ждет патруль прямо здесь. Прямо, так сказать, у входа. Апотекарий, мистикаром иди. На самом деле, вот апотекарий может и кажется таким, как бы, немножко слабоватым бойцом. Да, у него самое слабое оружие ближнего боя, этот нарциссум. Он, как бы, для этого не предназначен. Но, вы знаете, все равно, он достаточно мощный. Если хороший, особенно вот если этот хороший нарциссум ему найти... Ну, блин, он может дать прям так хорошо просраться. Здравствуйте. Трое.
Enemy sighted. In an instant. The foe is close. Let the hunt continue. Так. I am here to serve. You will heal. Mercy in death. The yuck. Standing ready. Advancing. Tor, at your service. Да, вот, кстати, перехватчику, поэтому надо качать броню. Ну, я его сейчас вылечу просто апотекарием. Беда, перехватчика прям легче всего убить. Он, по крайней мере, хоть еще пользу может большую принести. Поэтому вот того перехватчика, который мне дали, я, пожалуй, я не буду его, скажем так, убивать. Ой, нет, наоборот, я как раз я буду его принесу его в жертву. Как говорится, кровь богу императору, черепа для золотого трона. The foe bleeds. Foe wounded. Securing position. Die. Неа. Куды? Вот этот чумной огнеметчик. Как его своим чумным огнеметом. Чумным. Ну я даже не знаю, это огнемет, ну какой-то вот. Это пипец на самом деле. Он не дамажит, он просто накладывает на тебя чуму, и он тебя дамажит там два раза за ход. Это прям очень, я даже не знаю, прям критично. Давай, добиваем. Сейчас я вас тут встречу. Там еще один патруль идет. Run them down.
есть вот Сатники Хаоса уже не кажутся такими, грубо говоря, слабыми противниками. По сравнению, например, ну, опять же, с кем сравнивать. Я здесь, чтобы служить. Да, сэр. Rally, fools! Your faith shall be tested. Enemy sighted. Yes, Commander. Так. Ignatius. Так, 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 так. It will be done. Так, давай пока спрячемся. Standing ready. Wards in hand. Mulder. Affirmative. Пусть они сами к нам подходят. Потому что их там достаточно много, а меня здесь мало. Надо сначала избавиться от культистов, я думаю, для начала, а потом с плагмаринами заняться. Плагмарин просто там на овере встали. Так. The warp resists my will. The enemy is wounded. Так, я, пожалуй, даже вот это использую. Так, и тикать. Чуть-чуть отходим. Так, это у нас тут кто? Ага, автоматчик, пулеметчик, еще один автоматчик, там колдун. Варпа. Ну, ничего страшного. Такой рвач он стоит. Ему как раз встал там, где мне надо.
пулеметчик сюда идет. Ой, как молодцы, что вы там встали. Правда, они мне сейчас не дадут ничего Так, а что ты мне скажешь? Да, собственно говоря, ничего. The Emperor protects. Firing now. At once. Тим готов. I defy your corpse. Да, конечно, урон у этого долбанного стабера это пипец какой-то, просто, блин. То есть вот стабер, он там, не знаю, четвертой силой бьет, а урон такой, как будто бьет шестой или седьмой, блин. Ну а потекарь, да, двигаться не сможет. Ничего страшного. Зато он может, зато страть-то он может. Вот не зря Егиду кастанул на себя. Потому что сейчас эти космонезанники хаос начнут стрелять. Пробитие брони, что ли, или... Тек. Firing on target. You have been judged. I am his will. Empty. Перезаряжай. Юстикаром-то мы сейчас уйдем. Вот, а чё он, чё так урона много? Я не понимаю, по мне бьет. Или это просто... Или это баг какой-то непонятный здесь? Так, а, он ему вывел оружие, оружие ближнего боя из строя. Поэтому он сейчас не сможет драться.
Драться не сможет, зато я могу стрелять. Так, ага, пулеметчик еще остался один. Так, подавлено, ну окей. Ничего страшного. Нет, броня все-таки работает. Просто как-то криво. Сейчас вот как-то криво показано очень. Вот, вот не повезло, блин. Вылезло подкрепление, и тут же подошел какой-то патруль дурацкий. Вот это прям, конечно, да. Yes, commander. Еще кто у них остался? У них остался вот флагмарин один. Taking position. Один, два флагмарина и один культист остались. Пожалуй, я сюда свалю. Угу, здесь Overwatch. Ну, вот и отлично. Конечно, может, не так зрелищно выглядит, но... Апотекарий? Где ты там? Сейчас вылечим. My wrath is restored, brother. Ah!
The foe bleeds. This battle is ended. Your command. Так, ну вот и все. Так, ну что, теперь надо, собственно, я каких-то побочных бичей я здесь отпиздил. Теперь надо идти за основными. Пошли им, чё. Так, а ты потом можешь, если что, вот сюда залезть, рыцарь? Нет, мой паладин. О, не паладин, юстикар. Да, спрыгнуть он потом сможет здесь. Хорошо, наверное, надо было здесь, конечно, идти, может, идти двумя перехватчиками, например. Я думаю, Либра здесь легко зайдет. Вот, в прошлый раз я Либрариана, ну, у меня не было Либрариана, потому что, к сожалению, там был уже конец игры, а я так и не получил ни одного Либра. И у меня не было как раз рыцарь, чтобы переучить его, но Либр, вы знаете, прям очень классный персонаж. Я потом посмотрел ролики, что он здесь умеет делать. А вот он может вот... Вот вы видели, да? У врагов есть параметр стойкости. Он берет и обнуляет его просто. Ну там что-то не один урон, а сразу 5 дает. Просто 5 уронов стойкости. И у меня... И раз там все враги... все враги... Раз и оглушены. Их можно идти добивать в рукопашку. Устраивать казнь. Так, вот наши ребята. Вперед. Еще накидали ему, пока он там ходил. Ну, терминатор, он полный терминатор. Второй остаток там где-то далеко. Ha ha ha!
king. I strike true. The foe bleeds. Mercy in death. Yes. Да вот, терминатор, конечно, в усиленной броне, вот еще надо, если бы дать ему броню, то есть вот здесь есть такой класс, паладин, он тут такой класс, он как раз вооружен щитом, который дает ему кучу брони, и вот, как я понял, вот его основная задача, это вот так вот бегать и всех резать, точнее, подбегать, вот начинать резать всех и подтанковать потом урон в себя. Давайте сейчас. Убиваем. Трое одного не боятся, да? Ну и остался у нас один. Один патруль остался. Ну пошли. Что за этим патрулем? Yes, commander. Что, да, рыцари еще уже немножко, конечно, прокачаны, но у меня еще не хватает прям хорошего. То есть надо уже им оружие давать. Прям хорошее. Третьего уровня там, вот оружие третьего уровня, прям мое почтение. Оно очень мощное. Говорю, когда вот перехватчик полностью раскачанный в крит с третьим видом, с супер там мечом одним есть, там есть такой чудо-гладенец. Он там каждый удар критует. Ну вот представляете, вот три плагмарина. Он каждому подбегает, бам, одному отрубил руку, второму отрубил руку, третьему отрубил руку. Так, сейчас я в них крышку от мусорного люка брошу. На, блядь! Понравилось? Get out of there! Standing ready. Taking position. Full destroyed, commander. Yes, commander. The wicked duels cannot stop you. Так, я встану здесь. Давай, на следующий ход я их порежу всех. Он усиливает варп, то есть, когда он завершит ритуал, там сразу же будет выброс варпа. Ну, либо он так сильно его разгонит, что там, вот, как вы видели в прошлый раз, там плюс 15. Бывает так, что плюс 85 к вызову варпа. Вполне так, вполне возможно. А, их трое. А, нет, четверо осталось. А это гранатометчик. Зомбарей поднимет. Ну, поднимай. Так. Your command. Your orders. What is your will? With alacrity. Сейчас мы. At once. Yeah. Get out of there! No demon shall avoid its fate.
Commander. Seek and destroy, brother. Yes, Commander. Affirmative. Commander, I recommend you fortify until nothing be extracted. We have some unpleasant company incoming. Taking position. Standing ready to mark. At once. Готово. Так. Ну все, осталось мне два хода продержаться. Вражеских подкреплений не будет, потому что он их, они их израсходовали. До начала. Че я так долго возился с ним? Этот сейчас варп ускорит. Ну и на следующий ход я его замочу. Вот, да, он ход выброс варпа ускоряет. Не так. Foe destroyed, Commander. Да, не оспененных, а оспенных надо ударение ставить от слова осп. Оспенных зомби. Да, блин, напугали ежа голой жопой. Так. Я хотел вообще-то у него же оружие ближнего боя из строя выведено. Ранен на самом деле. Вылечу его, потому что могу. Тебя тоже. Так, ну вот, миссия выполнена. Сейчас посмотрим, что нам дадут. Там вроде херню какую-то, вот, первого уровня оружие. Самое главное вот сейчас собирать реликвии, прокачивать у начальства вот за... Вот, чтобы как можно лучше реликвии нам поставляли, тогда их уже с миссии выбирать. Выгребать, скажем так. Даже втроем справились. Я, конечно, честно говоря, вот уже так привык к XCOM, что у меня такое количество народов в подчинении. Ты, блин. Так. Ярость. Две реликвии стоит. Нет, пожалуй, ничего брать не буду. Так, апотекарий повысился.
Вот ему берем как раз. Так. Сервочерепо. Пов. Биомантия. Если установить в ячейку снаряжения навыки биомантии рыцаря, действует на любом расстоянии. У него пока нет навыков биомантии. Пока что. Так, ждем. Вот сила духа. После этого я буду исследовать уже сюжетную тему. Commander, my reports indicate that you are carrying an excessive stockpile of befouled seeds aboard your ship. The use of corrupted artifacts is sometimes a regrettable necessity, but they should be put to a clear and essential purpose, not coveted like trinkets. I object to your sacrificing our hard-earned research material into the bloom. These seeds are needed to combat this threat. Commander, complying with Kai's request may bring us favor with the Grand Masters. I could perform a rite of purification on these foul seeds and destroy them. Не, ну они мне нужны, блин, вы что, ебанутые что ли? Ну давайте хотя бы половину. Commander, your chapter's foolish notions put this campaign at risk. Так, семья уничтожена. Кай, активная поддержка, подвиги плюс одна реквизиция. Да. Потому что все семена нельзя уничтожать, они мне нужны. Вы ебанутые, что ли? Тоже вот. 10 реквизиций есть. Уже сейчас. И плюс одна. И плюс одна будет всегда к подвигам. Так, вот. Самая лучшая стратегия. Одна из самых лучших стратегем — открытка «Сила духа». Все рыцари получают плюс 50 к шансу критического удара. Это, короче говоря, знаете, что вот когда вот была миссия. Вот там с каким-то колдуном, который нужно было убить колдуна. Как, что делается? Вот туда запускается на телепорте этот перехватчик. Его бафает. Вот бафают эту стратагему. Также сразу же бафаю вот эту стратагему. Он там начинает месить эту хуйню. Если этого не хватило, его бафает Юстикар с варп-зарядом и месит дальше. И как правило, вот этого всего хватает, чтобы убить вот этот вот росток цветения. Так, вот давай исследовать семена. 50 дней, как раз. Так, и у нас готов варп-привод. Ну, тут на самом деле 5 сервиторов. Можно пока вот это построить 18 дней. Хотя тут скоро может быть... не, ну давай вот. Починим уже эту тему. Потому что тут больше мне ни на что денег не хватает. Тут... сервитора вот нужно вот 9, 6. Вот это сейчас пока вообще не можно не строить. То есть давай пока вот это. Производство сервиторов. Ой, вот новые миссии. Так, что нам дается здесь? Гримуары. С помощью стрелкового оружия. Легко. Но мне нужны сервиторы. Так, реквизиция. Вот. Оборудование 2, алебарда 2. Завершить миссию, не получив 25 урона. Но это чисто всех расстрелять нафиг. Здесь что? Сервиторы, болтер, нарциссум. Победить миссию без использования гранат. 14 дней. Я успею сюда и успею сюда. Это 100%. Вот здесь как раз алебарду вытащить. Отлично. Но это уже, ребят, будет в следующей серии. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. И не болейте.